Оля, ваш второй вопрос. Хотелось бы получить ответ на вопрос, который возник у меня. Имеет ли значение, как хоронить христианина? Закапывать тело в землю или кремировать его, что об этом говорит Библия? Библия говорит: прах ты и в прах возвратишься. То есть идет речь о том, что тело, оно должно быть захоронено. Но я хочу сказать, что в любом случае каждый человек делает для себя выбор и по возможностям. И для меня интересным было одно из открытий, которое я услышала в последнее время, что есть такая капсула в личности, да, которая уж на каком она уровне сохраняется, которая не сгорает, и невозможно ее утопить, или чтобы она там разложилась, или даже если рыбы съедят, то все равно есть такая капсула с кодом личности, с кодом человека. И в момент, когда Господь будет воспроизводить, опять возвращать к жизни, то все эти капсулы обратятся в человека. То есть это, как бы сказать, тот старт личности, который, или человека, который можно потом размножить. Поэтому она не сгорит. Но что касается праха, то прах ты в прах возвратишься. Конечно, кто-то скажет, и пеплом можно вернуться. Наверное, можно. Но я бы для себя или для своих близких не хотела такого захоронения. Поэтому из библейских цитат я вам сказала вот приблизительно вот такое направление – оно присутствует.